Привет, друзья! Меня зовут Артемий Зацепин, специально для Вегмарт ТВ. В сегодняшний юбилейный 20-й Вегмарт мы берем интервью у разных наших гостей. Это честные и открытые отзывы. Поехали! Привет! Как тебя зовут? Диана. Скажи, пожалуйста, как часто ты посещаешь Вегмарт? Каждое мероприятие. Вау, то есть ты наша постоянная. Да, я была в Артплее постоянно на вегмаркетах. Сейчас вот здесь вот первый раз на вот этом вот вегмаркете, именно вот здесь вот. Что тебе здесь нравится? Мне нравится окружение таких же, как и я, потому что много людей-мясоедов, которые нас презирают, и мы чувствуем себя как бы не в полной уверенности всегда. А здесь, когда сюда приходишь, тебе свободно, легко, чувствуешь все твои на волне. Также питание здесь, очень много всего нового, которое я вот не знала, и вот сегодня пришла, и я сказала, вау, что это такое? Много разных рецептов, которые я могу то же самое теперь сделать, благодаря всем этим вегмаркетам. Что интересного именно из блюд, из каких-то продуктов ты открыла для себя вот здесь на Вегмарте? Пиццы, например. Первый раз видела, как бы вот на самом первом Вегмаркете, когда увидела пиццу, я когда увидела, такая, вау, это пицца. Много всего вкусного, например, что из фалафеля можно делать очень много разных блюд. Потом разные какие-то мастер-классы, интересы, которые тоже можешь посмотреть и понять, вау, круто, тоже новые новинки, которые с сыром, еще что-то. Твоя рекомендация, что посоветуешь Вегмарту, что пожелаешь? Ну, я бы пожелала бы на самом деле открывать больше точек и больше развиваться, потому что это очень клево, и благодаря вам мы хоть знаем, что есть, что мы здесь не одни, что мы еще кому-то нужны.